Он к воде идет, пусть искупается. В городе Чебаркуль, что в Челябинской области, а это значит в рубрике «У наших южных соседей», на один из городских пляжей некий тип привел маленького медвежонка, чем привел маленьких детей в восторг, и те бросились дикого зверя массово тискать и щупать. Просто где такое можно увидеть, да? Надо американцам это видео снять. Казалось бы, ну хозяин привел медвежонка в жару искупаться, охладиться. Звереныш человеческих детей не задирает, не обижает. Всем все нравится, все довольны. Типа в России медведи ходят не только по улицам, но и на пляжах, отдыхают вместе с людьми. Но наиболее осторожные граждане засняли мишку среди детишек и отправили это видео в Челябинское министерство экологии. А там серьезные чиновники. Им не до умилительных соплей. Они сразу же отправили заявы в полицию и Росприроднадзор, чтобы, значит, хозяина медвежонка нашли и по всей строгости спросили. Откуда у него маленький образ символ России? Законно ли он им владеет? Зачем отпустил дикого зверя на пляже в толпу детей? Если будет обнаружен какой-то косяк с документами, немедленно отобрать мишку. В общем, эта история оказалась не такая уж и мимимишная.